третий день турнира Мастерс Иерусалим, и сегодня на обзоре мы начинаем, конечно же, с весовой категории до 90 кг, самая легкая весовая категория в этот день, и наш герой Мурао Санширо. Что ж, японец показал довольно неплохую борьбу, и хоть до этого я был скептично настроен на его выступление, тем более после не самого лучшего выступления в Токио, но Мурао сегодня собрался и показал довольно хорошую борьбу. И хочу сказать, что другой японец в этом весе, Машияма Кусуки, который, по моему мнению, имеет очень большое доверие в сборной. Кусуки проиграл в первой же встрече, причем очень красивым броском Давиду Кламмерту из Чешской Республики. Довольно неплохо он его запустил. И вот первый раунд Мурао Санширо против француза борется, и в этом моменте за минуту 50 после начала встречи зарабатывает в Азаре такое хорошее... Атака с изменением вектора атаки, как любит говорить Нил Адамс, change of direction. Классический захват держит. Обратите внимание, что Мурао на протяжении всей своей молодой карьеры, сколько уже видео схваток его есть, он всегда борется с одним практически захватом. И практически всегда забирает левый отворот и дальше пытается работать зацепами, либо подхватами. Либо задними подножками, еще иногда неплохо выкидывает он подсечки. Но в этом эпизоде он боролся, как раз в этом моменте, когда он бросил, он и боролся. Левая рука на отвороте, правая на рукаве. Ну, этого в Азаре хватит Санширо, чтобы закончить эту встречу. Сегодня день, конечно, на самом деле такой, немного сенсаций. Весовую категорию до 90 кг так точно. Мои главные фавориты в лице Гвиняшвили и Бабонова не удостоились медалей вовсе. Это очень интересно получилось. Лука Майсурадзе, в свою очередь, стал третьим. В финал вовсе вышли те люди, которых я на 100% не ожидал там увидеть. Но это борьба, это дзюдо, я же говорю. Тем и прекрасно дзюдо, что каждый может победить каждого, и любой андердог может выйти в финал. Как и любой олимпийский чемпион, допустим, как Аарон Вольф, может проиграть в первой встрече на втором турнире, кстати, подряд уже. И вот второй раунд, где Санширо Мурао боролся против хозяина турнира Кохмана Ли. Мне этот дзюдоист импонирует немного, мне нравится его борьба такая физическая с заходом на заднюю подножку, но Мурао просто не оставил ему шансов, техника победила. Мурао очень техничный дзюдоист, мне кажется, физики практически не использует, как и должно быть в дзюдо, в принципе. И из такого вот вроде бы проигрышного захвата Санширо Мурао исполняет просто прекрасную учимату на япон. И заставляет трибуны умолкнуть, потому что их любимчик упал. Ну просто прекрасный на заглядение подхват, как по книжечке, исполнил и победил. Во втором раунде успешно пошел в четвертьфинальную стадию турнира, где его ждал представитель Таджикистана Остапирен Камраншох. И, кстати говоря, немного пришлось пободаться ему против таджика. Навязал неплохую борьбу Остапирен. Ну, я говорю, Мурао чемпион Азии. Этот год для него выдался очень плодотворным. Он выиграл несколько турниров, в том числе Парис Гранд Слэм. Выиграл венгерский большой шлем. Стал чемпионом Азии. На внутрияпонской арене добился довольно неплохих высот на одном из турниров в Японии, на чемпионате Японии среди университетов командных. Он боролся против Саито Тацуру, и схватка длилась очень долго, ему удалось победить Тацуру удержанием. Мало кто, конечно, знает это. Поэтому для Мурао это прекрасный год, и я написал в своем телеграм-канале и повторюсь здесь, что Санширо должен закрепляться на ведущей позиции этого веса, я думаю... Так как у Японии огромнейшие проблемы в этом весе, как и во многих средних весах в принципе, то Мурао это хороший кандидат, который может заменить Машу Бейкера. Ну, это, скажем так, заменить тот вес, который когда-то был олимпийским у них. И с 16 года у них огромные проблемы в этом весе. Не чемпионов мира практически, не олимпийских чемпионов. Я думаю, Мурао, взирая на его результаты, заслужил... быть номером один. Но, как видите, встреча против Остапирена была интересная, близкая. Камраншох сегодня был в очень хорошей форме, как мне кажется. Он даже смог победить Бабонова в утешительной встрече, но судьи забрали у него победу чистейшую. И в этом эпизоде, обратите внимание, снова, казалось бы, из проигрышного захвата Мурао
Выходит победителем и бросает Камраншоха на Вазаре. Это тоже его классический прием. Он на чемпионате мира в Будапеште, кстати, точно так же победил в первом раунде. Очень неординарный дзюдоист. Очень умелый, техничный. И тоже с отрывом в одно Вазаре он побеждает в этой встрече и квалифицируется в полуфинал. В полуфинале Санширо Мурао боролся против бразильца Рафаэля Маседо, который в конечном итоге стал третьим, победив Гвиняшвили за бронзу в очень хорошей встрече. Но Гвиняшвили сегодня, к сожалению, был явно не в той форме, в которой его многие ожидали увидеть. Он немного растерянным выглядел. Но что ж, мы смотрим на полуфинал, который, кстати, завершился тоже довольно быстро. Маседо был на хорошем ходу, был в хорошем настроении явно. Здесь он заходил даже на спиннинг Учимату, затем пытался Катугуруму провести. Но Мурао все эти попытки пресекал. Санширо пользуется очень большой популярностью внутри Японии. Очень его любят. Обратите внимание, снова японец держит свой любимый захват, из которого практически не дает работать он своему оппоненту в белом кимоно. И вот тот эпизод, который решит исход данной встречи. Мурао снова забирает свой захват. И вот здесь тоже, казалось бы, не самого лучшего положения, не самой лучшей позиции Мурао исполняет учимату на япон. Прекрасный подхват. Два подхвата на япон он подарил сегодня. Оба не самого лучшего положения, казалось бы, но в своем стиле Мурао проходит полуфинал и выходит уверенно в финал, где его ждал француз, который сегодня огорчил и Луку Майсурадзе, и Беку Гвиняшвили. Это француз в синем кимоно, Матьё его фамилия. Очень уверенно он шел, победив и, как я говорил ранее, Майсурадзе с Бека Гвиняшвили. Я думал, что после победы над двумя грузинами он, конечно, составит серьезную конкуренцию нашему молодому японцу. Но, если честно, Санширо Мурао на самом деле просто разобрал Алексиса в этом финале. Финал продлился не так долго, как я думал. Но здесь сразу же заходил на подхват Мурао за 10 секунд после начала встречи. Казалось бы, сейчас произведет бросок. В этом эпизоде Мурао зарабатывает первое вазари. После просмотра повтора судьи дали оценку. И вот в этом интересном эпизоде Мурао начинает атаку в пределах татами. Заходит из своего же любимого захвата на Оучигари на зацеп. И очень далеко и зарабатывает второй вазари и ипон. Судьи, пересмотрев повтор, тоже утвердили данную оценку и отдали победу Мурао. И молодой японец становится чемпионом Мастерс 2022 в Иерусалиме.